И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и Злая Панда. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем поднимать вам настроение. Димачик, поздоровайся. Здорово. Здорово. Сегодня мы будем играть за аниматроников и валить тоже аниматроников. Мы так ни разу не записывали, что получится, то получится. И сразу скажу, у меня немножко севший голос, не судите строго. Если я буду немножко хрипеть. Вот как сейчас. Все, Диман, кого ты берешь? Да, возьму самого первого, наверное. Начнем. Вот Бонька. Ну давай, давай, давай. Вот такого возьму. Вот давай, чтобы было по-честному, тоже возьму Боньку, и тогда. Ну, я ж не буду отмазываться, у тебя жизни было больше, еще что-то. Нет, ты можешь из этого пака любого аниматроника взять, а у него столько же будет жизни. Хорошо. Возьми там кого-то другого. А ну нажми вперед и просто иди. А, все, мы одинаково бегаем, просто думал, ты быстрее меня. Ну ладно. А кто спамнить будет? Давай, Энгрипа. А, что мы будем делать, кстати? Спань, много аниматроников, только легких, штук так 10, и мы попробуем их завалить. Быстро это получится или нет? А если это будет быстро, мы заспавним столько много, что аж карта лагать будет. Все, погнали. Ну давай. Он ничего не убивает? Да. Димон, они не убиваются! А чего? А, стой, стой, стой. А почему они не убиваются? Они из того пака, наверное, взяты. Сейчас возьмем все нормально. Так. Че, не могу убить? А ты прям в тупик подходи, они прям умирают. А-а-а. Нифига себе. Ой, он такой громкий. На. Так, а ну давай возьму с другого пилпака. Да, давай, давай. А ну баллон боя. О, марионетка, это вообще имба. Ты чё по нему стреля... Ого, баллон бой бьет. Энгри Панда, бери другого аниматроника из другого пилпака. Так, все, погнали дальше. Только я сейчас, знаешь, что хочу? Чтобы у них было другое оружие, Димас. Пойдем? Так, ну, такое не жесткое, чтобы не сразу замочили. Со временем. Да, давай вот таких вот. О, а ну-ка, пацаны, давайте, у меня 10 тысяч. Что вы мне можете показать? У меня, кстати, тоже 10 тысяч. Вы все говно. Вы все стреляете очень плохо. Стреляйте лучше. Даже шарики не могут разбить. Ох и слабые. Ого, а чё я не могу убить их? Смотри, Димас, что творится. Так, я что-то ржу. Димон, мне нравится. Мне нравится то, что мы сделали. Димас, беги. Ого, ты толпу поставил. Смотри, это артиллерия жесткая. Сейчас нас разнесут. Ого, не отлетают. Это ты тогда мангл? Да! Димон, возьми мангл, попробуй, как она делает, ветер. Так, а видишь, что же марионетка, кстати, тоже мощь. Вот это битва у нас тут жесткая. Ребята, если нравится, ставьте лайкосик. Ого! О, мне нравится зал, приготовились. Стреляем. Давай, по крячке. Димон, прячется кто может. Это метеоритный дождь, аллилуйя. Марионетка, быстрее плыви отсюда. Давай, лети, лети, лети. Сейчас присанет нас. О-о-о-о. Не, ну ты криворукий человек. Так, я где-то видел. Вот, давай вот этого посмотрим. О, это у них что ты дал? Р-рушечку просто. Р2. Только знаешь, что я сейчас сделаю? Я сейчас вот так вот сделаю. Бессмертие, что ли, включено? Не, я прям их много понаставил. Найс. Давай, 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 ставь больше. А ну на расстоянии. Так, что-то они как-то слабоватые. Походу у них пушки такие не очень. Никого нету. Всех убили, вот убийцы. Я пока тут себе думал, кого убить правильно. Ага, не получилось, да? Так. Пацан к успеху ушел. Хорошо. Так, а если вот эту пушку взять? Она много сносит. Кстати, Дима, сейчас мы еще поставим их. Давай больше, я хочу, чтобы они все флайерами стреляли. Во, Димон, эпично. Больше, больше, кстати, больше. Много сносит, эти флайеры дофига сносят. Димон, у меня есть идея поставить это все сделать потом ночью. Будет Димон, эпично. Реально дофига сносит. Вот попробуй вот встань на один флайер. Ай-яй-яй, они подписчики. Кстати, у меня уже, да, ого. Димон, это классно, кстати, оружие. Они хорошо дамажат. Это очень мощная пушка. Надо ночью было сделать.
А кстати, тут ночь можно как-то так делать? Не-не-не, надо только мод качать на погоду. Ну все, вам хана. Ай-яй-яй, ты убивают моментально. Ну все. Димон! Ай-яй-яй. Не дают возродиться, да что ж такое? Жесткие ребята. Карта вся светится, Димон, смотри. Прям новогоднее какое-то настроение. И тут такой Фредди. Я всех убил. Никого не оставили, опять все убили. О, они тут всю карту подожгли. Ты хотел сказать, давай побегаем. Все, уже побегали. О, Димон, смотри, кого я взял. Смотри, я кого взял. Ты маленький, сынок. Нормальный я. Смотри, кто я. Вот кто я, смотри. Балерина. А ты можешь телепортироваться? Не можешь. Как это не могу? А можешь? Я еще очень быстро бегаю. Так нечестно. Давай ставь. Я волчара готов. Кто-то помощнее поставил, Димон? Хочешь, чтобы прям жестко было? Да, 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 давай. Ух, Дима, сам напросился. О, так у меня 100 тысяч жизней, что ли? Это что-то много. Так, сейчас давай тогда другого билпак возьму. Во, отлично. Все, тогда теперь приступаем. Давай. Сейчас будет жопа. Угу. Ну-ну-ну, мужики, успокойтесь. Димон, сколько ты будешь их ставить? Давай еще ставь, мало. Хочу больше. Давай еще. А-а-а, они, кстати, бьют по 20 хп сквозят. Так, ладно. Димон, я их мочу как щенков. О-о-о, они, кстати, не так уж и много хп сносят, Димон. Они легкие. Аниматроники сильнее, чем эти каркозябы. Тысячу раз, Димон, мы их просто нагнули. Нагибаторы 3-0. Димон, он легко взрывается на расстоянии. Ого. Ого, ого, ого. Тут трупешины валяются. Как тебе, как тебе? Очень легко, Димон, очень просто. Ну и немножко больно. Они мало жизни сносят, что такое? Что такое? Гасите, гасите их. А чё они не убиваются? Убиваются. А чё вы их мочите? А чё нам с ними делать-то вообще, а? О, я к ним ТП-ха, если убиваю, Димон, смотри. Смотри, я Рэмбо. Три самолета одним ТП-ханьем. Ого, ребята, что мы здесь устроили? А мне нравится, круто. Офигеть. И ещё падают вертолеты. Так. Ладно, это была не последняя волна, Димас. Только карту не очищай, пусть будет. Вот, это оно. Мужики, успокойтесь, мы добрые. Смотри, как ноги отлетают эпично. Да, они, кстати, неплохо отнимают хпшки. Ты пэхаюсь и наношу удар. Вот так вот. Убийца. Парочку. Еще пошла жара. Так, давай возьмем кошмарного Фредди. Он быстрее. На. Во. Рэмбо пришел. Засранцы получили. Дима, надо какой-то мод скачать на боссов. Жестких, что прям вообще сильно-сильно. Дима, хочешь тебе босса? Вот смотрите, вот тебе и босс, смотри. Давай. Каких тебе еще боссов? Вот это вот мы таких... устроили тут. Может тебе вот таких боссов, Димас? О, пойдет, Димончик, мне нравится. Каких тебе еще, Димас? Давай, боссов? Пойдет, пойдет. Допустим, марионетка пришла, очень злая. Марионетка идет, 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 идет. Марионетка. Можно наносить удары. Ты их, кстати, ты можешь убивать их, что ли? Да, марионетка может убивать их. Я когда убиваю, они такой звук чвяканья делают. Чвяки залазят вовнутрь. Я убийца. Я зачистил карту сам. Не-не, тут еще один. Ай-яй-яй-яй-яй. Убил тебя этот же человек? Да, убил меня. А где он, не вижу. О, есть. Не ожидал. А, ты подлез, Димончик, я не хотел. Сожрёшь. Подлез. Хорошо. Под горячую марионетку. Там вот еще один кинематограф бегает. Ща. Короче, когда его лупишь, он просто исчезает. А ну давай, Димон, полупи меня. А ну давай, 7600. Сколько отнимает меч? 200 хп, Димон. Как тебя, а? Давай драться. Давай, давай драться. Чё ты, а? Где ты там?
Попал меня в пиво, вот нас. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!